Ассаламу алейкум, любители смешанных единоборств. Казахский боец Дамир Исмагулов бросил вызов Зубариту Хугову подраться на UFC 242 в Абу-Даби. Хочу напомнить, если кто не знает, что в турнире в Абу-Даби 7 сентября в главном бою вечера Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье. Ради боя с Тухуговым, Дамир Исмагулов, выступающий в легком весе, готов спуститься в полулегкий дивизион. Вот что написал Дамир в своем инстаграме. Зубайра, я слышал, что тебе до сих пор не нашли соперника на турнир в Абу-Даби, и ты вызвал на бой Рикардо Ламаса. Но у него, насколько я знаю, сломана челюсть, и он не будет доступен. Я тоже очень хочу выступить на турнире в Абу-Даби. Ничего личного и никакого триштока. Этого в UFC сейчас и так слишком много. Просто спортивный интерес, и не больше. Ты возвращаешься после простоя, а я впервые готов согнать до 66 килограмм. Я уважаю тебя и твои спортивные достижения. Давай покажем всему миру противостояние двух мастеров боевых искусств и то, как соперники могут уважать друг друга и при этом показать красивый бой. Я уверен, это будет интересно всем, написал Дамир Исмагулов в своем инстаграме. Зубайра Тухугов пока еще не ответил на предложение Дамир встретиться в октагоне. В свою очередь хочу отметить, что этот бой был бы интереснее, чем бой Хабиба и Дастина Порье. Зубайра впервые в рамках выступления в UFC встретится с действительно достойным бойцом. И этот бой для Зубайра станет экзаменом. Сдаст Зубайра на отличный экзамен или нет, покажет время. Надеюсь, Зубайра не даст задний ход и под разными предлогами не откажется от этого боя. Или же он может применить излюбленную тактику Хабиба Нурмагомедова. Через соцсети дает согласие на бой, после своему менеджеру дает указание не организовывать бой, а искать другого бойца. Будем с нетерпением ждать ответ Зубайра и надеемся, что состоится этот бой. Друзья, если хотите быть в курсе о последних новостях спорта и политики, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Если понравился данное видео, поделитесь и ставьте лайк.